В Центре дополнительного образования «Дельвиз» представили развлекательную программу «Девичьи секреты», приурочили ее к празднованию Международного женского дня. Для девочек воспитанниц центра провели различные конкурсы. Все конкурсы будут разные, интеллектуальные, конкурс дефиле, конкурс рисования, то есть, чтобы девочкам было интересно. Праздник в этот день посетили около 15 девочек возрастом от 7 до 10 лет.